Ронду Роузи включили в зал славы ОФК. Американка стала первой женщиной, удостоенной этой чести. Экс-чемпионка ОФК в легчайшем весе Ронда Роузи включена в зал славы ОФК, сообщает официальный сайт промоушена. Стоит отметить, что американка стала первой женщиной, удостоенной такой чести. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Роузи одержала 12 побед, каждая из которых завершалась нокаутом. 31-летняя спортсменка на данный момент выступает в рестлинге. Смотрите лучшие нокауты Ронды Роузи. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram. По материалам сайта newsgra.com.